главное предложение на сегодняшний день – это комплект штор. Восхитительный бестселлер телеканала «Шоп-н-шоу» мы представляем с радостью. Мы стремительно приближаемся к зиме, а вместе с тем и подходит время наших любимых праздников – новогодних. Давайте встречать праздники в новом интерьере. Сегодня мы представляем на телеканале любимый бестселлер «Прекрасные грезы». Комплект штор с максимально выгодной скидкой представит комплект штор эксперт телеканала «Шоп-н-шоу» Юлия Колосова, дизайнер, декоратор с опытом не только преображения обычных типовых квартир, но и интерьеров высокого класса, интерьеров и на уровне государственной важности. Это ведущий эксперт телеканала «Шоп-н-шоу». Здравствуйте, дорогие! Очень рада представить прекрасную коллекцию. И сразу вам скажу, что вы сегодня приобрели праздник и элегантность в свой дом. Шторы – это интерьер, образующее место, окно. И от того, как вы украсите вашу комнату, так и будет выглядеть ваше оформление. Сегодня в стиле венецианского кружева. Вот такой роскошный витражный орнамент будет давать больше света, больше простора, очень красиво рассеивает свет с улицы. А нам это правда сейчас важно. Сезон осенний, промозглая погода, и за окном темно. В вашей комнате будет светло. Но еще один момент, очень важный. У нас не простой бархат, а панбархат. То есть это уникальная технология создания ткани из полиэфирного волокна, которая еще и очень практична. Она не мнется. Вы стираете и просто во влажном виде вешаете на карниз. Ткань, не собирающая пыль, задерживает такой вот немножечко, скажем, сквознячок из окон, а свет проникает. Вот так много всяких разных интересных особенностей у этой ткани. Еще обязательно расскажу. Шторная лента уже пришита, поэтому вы повесите сразу, как только шторы к вам приедут, на любой тип карниза, на крючочки, крокодильчики и штангу. Это очень выгодно, это удобно. Сразу повесите ваши новые шторы, которые называются «Прекрасные грезы». Вот она, шторная лента. Слушай, это такое классное изобретение. Конечно, во-первых, экономия денежных средств до 1000 рублей к цене, которую Олечка сегодня называет. Плюс уже все пришито, красивая ровная драпировка, подстройка под размер окна, а наши шторы подходят на окошко от 1,5 до 3 метров. И, конечно, возможности не переделывать карнизы, ничегошеньки не пришивать. И вы сэкономите и ваше время тоже. Давайте выбирать расцветки. Внимание, на цвет зеленый, но он похож на тиффани, благородный и нежный кофейный цвет. Мне он очень нравится, я обожаю кофе, уверена, и вы. Розовый цвет, такой нежный, воздушный, необычный для штор. Он также у нас представлен сегодня. И вы получаете две портьеры размером 1,5 метра шириной каждая, 2,70 высотой и уже на шторной ленте. При этом скидка действует 68%. Мы специально только на сегодняшний день снизили цену, и цена за комплект 1499 рублей, за который комплект штор. Торопитесь, дозвонитесь, успевайте, сделайте свой выбор. Закажите и комплект штор «Прекрасные грезы». Выбирайте сразу гардину «Новый взгляд». Она полностью вся вышита шелковой нитью. И по цене она тоже сегодня со скидкой. При покупке на 4990 у вас будет бесплатная доставка. Все подробности о доставке на наших акциях уточняйте по бесплатному номеру телефона у наших операторов. Я смотрю, восхищаюсь. Знаешь, что вспоминаю? Вспоминаю лето. Я приезжала к маме этим летом и ей подарила именно эти шторы «Прекрасные грезы». Она их повесила. Во-первых, ей самой очень понравилось. А во-вторых, когда к ней пришла ее подруга, а подруга у нее художница Людмила Вальцер. Она известный художник, выставляется, кстати, не только в России, но и за границей. И она оценила, она говорит, боже мой, как смотрится красиво. И главное, что здесь необыкновенный рисунок и потрясающая ткань. Благородный и изысканный бархат – это всегда эталонная красота. Но если раньше бархат был только в домах знатных людей, сегодня это украшение доступно всем. Изменились ткани, они стали современными. А, конечно же, изобрел жаккард машину, которая кружево такое плетет, и такие возможности появились. Но вот если мы с вами посмотрим и в Эрмитаже, да, окунемся немножко в историю, и в платьях знатных и королевских особ всегда был бархат в лучших архитектурных строениях. Это всегда элегантность, это торжество стиля. Вы сделаете элегантным и нарядным ваш интерьер. И даже выставка, которая проходила в Москве, Хайм Текстиль, это крупнейший текстильный салон, показал нам, что бархат
как новое дыхание получает в наше современное время. И бархат я вам предлагаю не сплошной, который будет собирать пыль и съедать пространство, а наоборот, витражный, легкий пан-бархат с таким прекрасным переливом, с нежным вензелем, парящим воздух. Слушайте, это фантастика. Я вспоминаю бархатные шторы, и вот еще вспомню давно, мои одноклассницы висели очень тяжелые, очень такие, знаешь, они... были сборники. И знаешь, я помню, что у нее даже карнизы, у них струны были, они прогнулись под тяжестью тех штор. Расскажи, пожалуйста, ну эти шторы, ну совершенно другие. Совершенно другие. Кстати говоря, вы еще будете защищать свое здоровье. Только сказала про пыль. Хорошее дело, потому что окна-то открываем, пыль летит. Да, вопрос, надо этот осветить. У пан-бархата волокна опрессованы, зачесаны в одну сторону. Это уникальная технология создания бархатного полотна. Поэтому на него так пыль не осаживается, как на обычный бархат. Соответственно, вы бережете еще и свое здоровье. Это важно. Технология сложнейшая. Сделать эту ткань непросто. Сначала сплетается, потом разрезается тонким ножом, ворсиночки зачесываются, получается этот глянец неповторимый, который самый простой интерьер сделает всегда солидным, а вы подчеркнете ваш хороший вкус. Торопитесь, преображайте свой интерьер, это бестселлер телеканала Shop & Show, и именно эти шторы выбрала наша телезрительница, которая оставила свой отзыв из старого оскола. Она рекомендует эти шторы, и я хочу посоветовать и вам присмотреться, тем более только на сегодняшний день, на них снижена цена, и цена за две портьеры уже на шторной ленте всего 1499 рублей. Это просто чудо, это волшебство. Все звонки бесплатные, заказывайте сейчас. Именно вот этот цвет, цвет кофейный, я подарила своей маме. Еще смотрю, когда на них, сразу о ней вспоминаю. Вопрос по поводу того, что в наших шторах есть такие легкие полупрозрачные элементы. Ты знаешь, сейчас так мало света, я вообще на втором этаже живу, мне вечно его не хватает. Мне нравится такая вот ткань. С этой мысли, Олечка, я и подбирала шторы, чтобы были полупрозрачные элементы. Они не из шифона, как в классике, а из плотного, сплетенного рельефного полотна. Поэтому ткань устойчива к разрывам, поэтому вы можете стирать в машинке. И я еще скажу вам один плюс. Эти шторы не требуют глажки. Абсолютное отсутствие глажки, это, конечно, преимущество, потому что вы сохраните свое время, а окно будет выглядеть безупречно. Дозванивайтесь, и это именно те самые шторы, которые обожают наши зрители по специальной цене. Заказывайте вместе с гординой.